Всем привет! Вы на канале Хобби Отдых. Все, начинаю свою поездку. Значит, сегодня у нас 7 июля, 4-5, ну где-то 6 или 7 июля, не помню, 24 года. На улице солнечная погода, но минус 6. Завтра обещают снег. Вот. Все, значит, сейчас нахожусь в аэропорту Орландо. Улетаем вначале в Нью-Йорк. Ой, в Нью-Йорк. Ну да, Нью-Йорк, потом будем проживать в Нью-Джерси. У знакомых, у друзей. Значит, настроение отличное. Там проведем мы раз, два, три дня. Потом улетим. А куда улетим, смотрите дальше. Значит, сейчас была процедура, когда проходили, ну, типа паспорт. Не паспорт контроля, а уже на посадку. Не на посадку, а в холл, чтобы ожидать посадки. Значит, надо было пройти еще, ну, то есть проверили паспорта твои, билеты проверили, и для раздельной, для мужчин и для женщин отдельная камерка, и там полностью тебя шмонают, то есть проверяют все полностью. Я спрашиваю, что, для наркотики ищут? Он говорит, нет, Америка такие правила ввела, что каждого человека личный досмотр полностью. Вот так. Личный досмотр каждого пассажира, каждого. То есть там очередь стоит. Вот в самолете, допустим, 340 человек. Вот всех 340 человек личный досмотр. Thank you.
Ну вот, мы сейчас находимся на водопадах в Нью-Джерси. Вот такая красотища здесь. Здесь все организовано, бесплатная парковка, два места для съемок, то есть одно снизу, вот здесь я сейчас был, а второе наверху, сейчас сверху пойду покажу. Все цивилизованно сделано. Также есть бесплатный туалет, ну как биотуалет. Народу практически никого нету. Вот парковка. Парковка тоже бесплатная. Это вид сверху. Ну все, Нью-Джерси закончился отдых. Сейчас улетаем вот сюда. Через 2,5 часа. Канкун, Мексика. Аэропорт пока пустой, никого нет. Улетаем из JFK.